Ευλογητό ο Θεός Отсутствие забот никогда не должно быть отсутствием мудрости. Из нечистого и ропотного сердца рождаются тяжелые условия жизни, из смиренного и терпеливого сердца – условия, способствующие духовному росту. Живи так, чтобы твой ум не мешал тебе жить. До тех пор, пока мы что-то знаем, мы никогда не приблизимся к истинному знанию. Бежать в поисках того места, где наше самолюбие не будет уязвлено другими людьми, значит из огня броситься в пропасть. Испытывать неприязнь к другим людям – это то же самое, что испытывать неприязнь к своей тени. Для чего думать о пустом, если мы имеем возможность думать о главном, о своем спасении? Выберешь мир, он тебя и убьет. Выберешь Бога, он тебе подарит жизнь вечную. Лучше утонуть на суше, чем по суху перейти море. Лучше в смирении стяжать малую благодать, чем от гордости потерять большую. Пастух идет позади стада, а не впереди. Успей отречься от мира, прежде чем сам мир отречется от тебя. То, что постоянно уходит, постоянно возвращается. То, что постоянно умирает, постоянно рождается. То, что постоянно стареет, постоянно обновляется. Таковы законы духовного мира. Если не позволять людям быть откровенными, не узнаешь ничего для себя полезного. То, чего мы требуем от других людей, это именно то, чего у нас самих недостает. Суровые обстоятельства жизни загоняют нас в узкие врата, которые открываются в бесконечность. Ты живешь в этом мире настолько, насколько привязана к нему твоя мысль. Ложь может создавать иллюзию освобождения от лжи, но все равно это будет ложь. Скорби – это ограждающие барьеры на твоем жизненном пути, установленные милосердием Бога. Там, где «я», там неправда, а там, где не «я», там правда. Что такое добро? Добро – это и есть единственная форма жизни. Почему люди не спасаются, хотя и молятся 5 раз в день? Потому что жизнь ближних превращают в ад. Упрекать людей за их недостатки – все равно, что упрекать зеркало. Помоги людям, и люди помогут тебе. Последний предел любви к самому себе – ненависть к другим. Удержи минутный гнев, и без хлопот проживешь 100 лет. Только настоящее счастье не имеет ни конца, ни предела. Один верный человек лучше 1000 предателей. Светильник тела есть чистое умное око. Совершив зло,
Человеку приятно утвердиться в мысли, что кто-то другой был ему причиной. Как только мы цепляемся за этот мир как за опору, он становится бездной. Даже малое прегрешение выводит сердце далеко и надолго от Христа. Я один виновен во всем дурном в мире, потому что во мне и есть все грехи. Стоит лишь появиться малейшей привязанности, и ты разлучен со Христом. Держись одного Христа, и Он сделает все, что нужно для твоего спасения. Одному человеку хватает несколько деревьев, а другому нужен весь лес. Одному человеку для его спасения хватает несколько слов, а другому бесполезны целые библиотеки. Часто обстоятельства бывают для нас словно смирительная рубашка для безумного. Царство Божие – это и есть царство истины. Хотя небо и высоко, но до него в любое мгновение можно достать рукой. В грехе мы обретаем тление, а в свободе от греха – бессмертие. Новая жизнь во Христе дается нелегко, потому что она и есть единственная возможная истинная жизнь. Выйти из мира, что это значит? Это значит выйти из мира мыслей. Мысли, если их не слушать, подобны комарам, а если их слушать, подобны слонам. Бог никогда не уходит от человека, только человек уходит от Бога. Легче помочь другому, чем самому себе. Сначала мы идем по пути, а потом сами становимся этим путем. Длительное и упорное совершенствование в одном роде занятий приводит к великим результатам. Когда кажется, что всему конец, именно тогда все и начинается. Мир подобен неустойчивой лодке, которая сразу переворачивается, как только за нее хотят ухватиться покрепче. Даже одна капля из океана бессмертия полностью уничтожает смерть. Наша жизнь на Земле не наша настоящая жизнь. Одни и те же мысли преследуют человека везде, куда бы он от них ни уехал. Оставь логику мира для мира сего, а сердце посвяти постижению вечности. Тот, кто постоянно всем противоречит, ограничивает самого себя. Изучив отцов, мы сами еще не становимся отцами. Для этого нужен духовный опыт. Каждое слово борется с другим словом, и только истина самоочевидна. Что такое духовный путь? Смотри беспрерывно, и ты увидишь. Слушай беспрерывно, и ты услышишь. Удерживай беспрерывно, и ты удержишь. Все видения до входа внутрь. Когда войдешь, уже нет видений. Что такое духовный труд? Трудишься, и кажется, что ничего нет, и неожиданно ты оказываешься внутри. Пока человек не устанет от самого себя, не образумится. Отворачиваясь от людей, мы отворачиваемся от Бога. Отворачиваясь от Бога, мы отворачиваемся от людей.
не сгнои себя среди книг и не состарься в их изучении. Если заяц спрячется от волка у нас в комнате, и волк спросит, где заяц, а мы скажем, что не знаем, это будет самая настоящая правда, правда любви. Страсть – это смерть, а бесстрастие – это бессмертие. Жизнь мира – это унизительное исполнение желаний плоти и помыслов. Жизнь Духа – добровольное следование возвышенной воле Божией. Поколения за поколением сменяют друг друга, и подобное пение на поверхности моря. От малой неприязни до предельной ненависти – всего один шаг. Полезные слова, подобные полезным лекарствам, но для тех и других один закон – мера. То, что не пребывает с нами всегда, не истина. Небо открывается душе только на кресте. Достойно сожаления, когда ум велик, а разум болен. Когда разум здоров, ум не вредит человеку. Жадность к суетному знанию подобна болезни. Истина всегда недвойственна, поэтому она вечно жива. Мирское знание – это суетное любопытство, облеченное в систему. Воображение и нестойкость ума – опасные ловушки на духовном пути. Не понять святое без святости, не обрести божественное без Бога. Бог хочет нам дать вечную жизнь, а мы пытаемся удержать жизнь временную. Суетный ум неизбежно омрачает разум и ожесточает сердце. Бесстрастие – это не бесчувствие, а духовное преображение. Что такое болезни? Болезни – это лекарство от несмирения и от неуемных желаний. Смири себя и будешь здоров, сначала душой, а потом и телом. Обновление человека начинается с обновления его ума. Когда мы собираемся служить подвижникам, часто оказывается, что мы желаем, чтобы сами подвижники служили нам. Богу нужны те люди, которые борются за то, чтобы стать хорошими, а не те, которые считают себя хорошими. Для Бога не важно, что ты делаешь, а важно, как ты делаешь, мирно и смиренно или нет. Спасение достигается только тогда, когда к нему стремятся постоянно, а не от случая к случаю. Имей в себе цельность и обязательно придешь к истинной цели. Собери себя, и вечность откроется в тебе в то же мгновение.